снова активно тужится девочка моя. Да, моя умница. Так что готовимся к получению очередной ляли. Ложись. Моя умничка, лежи. Этого дитя не заталкивай. Хорошая. Умничка. Да, хорошая. Я тебе ляля верну, пока не тужишься. Да. Тебе дополнительный мотиватор. Да. Хорошая девочка. Тужься, девочка. Тужься, солнышко. Станушечка моя. Давай, давай. Давай. Упор сделаем лапками. Давай. Умница. Упирайся. Упирайся лапками. Вот, молодец. Молодец. Хороший. Станушечка моя. И сволочи пришли. Молодец. Хорошая девочка. Давай чуть-чуть еще. Давай. Давай. Упираемся лапками. Упираемся лапками. Можно не сильно удерживать животик плашмя рукой. Когда она тужится, девчонка, будет дополнительный упор для брюшной стеночки. Вот умница.
посмотрю, что у тебя. Давай. Моя девочка, да. Да, да. Хорошая, давай. Тушься, тушься. Некоторые, кстати, суки тужатся сидя, поэтому можно помогать вот таким манером. Не давить на живот, а просто дать упор брюшной стенке ладошками. Моя умничка, да, ложись. Да не забрала я, все на месте, вот оно, вот, я возвращаю, все вернула, ничего не забрала, не переживай. Моя девочка, да, хорошая. Молодец. Вот опять ваза затишья. Постепенно плод все плотнее будет ходить тазовое кольцо. И таких фаз затища у нас уже не получится. Да. Давай пока уберем. Давай, давай. Выталкивай. Выталкивай, выталкивай. Давай, толкай, толкай, толкай. Давай, толкай. Тут у нас и послед идет предыдущий, и щенок. Поэтому сейчас я попытаюсь перехватиться. Ну, кто брезгует, просто не смотрите. И не получается, поэтому будем рвать сначала щенка, а потом последы. Щенок у нас идет головой. Стой, стой, стой. Поэтому сложный процесс. Все, 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 солнце, все, все, малышка, все, терпи. Давай сразу мордаху освободим. Ляля ж дышать должна или как? Да, а потом все остальное. Самое главное, морду освобождаем, ротик вытираем, чтобы ляля дышала, маляля, а потом все остальное. Рот протираем, да, солнце, стой, носеньку. А так как проблема с пуповиной, стой, стой. Сейчас стой, пережать. Для чего я это делаю, объясняю. Чтобы не было грыжи у щенка и не оторвалась пуповина. Вот я вовремя сейчас перехватила с пинцетом, иначе была бы трагедия. Все, молодец. Все, 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 все. Щенка мне, да. Сейчас мы дитя, вот оно, покажем.
Да, и потрахаем, чтобы влага вся ушла. Ну, пуповину потом отрежем, то понятное дело. Вот так вот рождаются ляли. Девчонка, кстати. Сейчас я ее потрахаю. Вытру и верну на родину. Так, а там пытаемся вытащить послед. Ну, хотя бы один. Да, послед, кстати, необходим для суки. Стой, помогу. Стой. Давай, давай. Вот, пусть кушает. Почему? Брезгуйте, не брезгуйте. В нем гормон окситоцин. Он нужен для девки, для молокоотдачи. Щенка тем временем я потряхала, обтираю, пуповинку обрезаю. Ну, так как пуповинка у нас короткая, сейчас еще подвязывать буду ниточкой, пока мамашка последом занимается. Ну, вот так вот рождаются дети. Да. Послед покажи, достала, не достала. Стой, солнце, стой. Учитывая, что у нас два кутенка, последа тоже должно быть два. Подожди. Пинцетом хоть подтянуть можно. Ну, это девочка. Сейчас мы тут чуть-чуть марафет наведем и покажем дальше.